Всем доброе утро. У нас 5 часов утра. Мы идем гулять. Ой. Идем гулять с Бобиком. Многие спрашивали в Инстаграме. Кстати, если интересно, заходите на Инстаграм. Там вся информация выходит намного раньше. Много интересных историй, видео, фото. Кстати, многие в Инстаграме спрашивали, почему я так рано гуляю с собакой. Почему мы с Малик выходим, гуляем там в 5 часов утра. Говорю, потому что на улице очень много народу, жуткая перенаселенность, поэтому выходим рано. Когда нет еще никого на улице практически. Иногда сразу после фагера, иногда часов в 5, когда уже рассветет, как сейчас. Малик, вот такая вот, видите, как бы никого нету. Уже рассвет, рассвело. Маляк. Обычно собачка нас куда-то встречает, вот она уже ждет. Ага, вот она. Привет, привет. Я видела ее на машине. Привет, да, Бобик. Привет, моя девочка. Ну что, встречайте уже. Да, сейчас она будет. Сейчас Бобик в туалет сходит. Девочка встречала Бобика, она ждала, тогда она тут сидела. Да, она встречает нас. Сейчас ты покружишься? Два раза. Ты, может, опустишь Бобика? Отпустила Бобика, сейчас будет дурдом. Лучше бы не отпускала, Малику просила. Эта собачка нас все время ждет. Каждое гуляние она нас встречает. Мы ей покупаем один йогурт такой в Алиде, без ничего. Как бы настоящий деревенский. Вот. И она, конечно, очень Бобика любит. И Бобик к ней очень хорошо относится. Она такая прям подружка. Подружка. Я хотела поговорить, рассказать, какие планы, и попросить вашей помощи в решении нашего вопроса. У меня где-то порядка 22 тысяч подписчиков, и мне нужно отправить Дэни в Москву. Вот. В принципе, чем быстрее, тем лучше. К родственникам, и ему, как я уже не помню, говорила или нет, мы ходили когда в консульство в российское. Я ходила когда в российское консульство, я спрашивала у консула, я говорила, что у нас очень большая задолженность по Дэни на визе, порядка 7 тысяч фунтов. Он сказал, что лучше заплачивать в аэропорту, там, возможно, будет меньше. Поэтому мы не стали Дэни продлевать визу. И в связи с тем, что у него паспорт закончился, и нужно 3 месяца ждать, пока его сделают через консульство, мы решили сделать... То есть мы поехали в консульство, объяснили консулу ситуацию. Он сказал, что Дэни можно выдать бумагу на выезд из Египта, то есть без паспорта. И консул сказал, что Дэни можно будет получить бумагу на выезд. Он нам дал карточку памяти, на которой заявление. Он сказал, что нужно 2 заявления заполнить. И заявление еще должен заполнить Дэни. Он выдал бумаги, где это все искать на веб-сайте. И эта бумага выдается, и через 15 дней, как бы эта бумага дается на 15 дней, и после ее получения можно выезжать. Вот. И бумага эта выдается сразу. Я хотела попросить своих подписчиков, кто может сброситься там рублей по 10, предположим. У меня порядка 22 тысяч подписчиков, и помочь мне собрать Дэни на билет. Такая у меня просьба. Я буду рада, если вы откликнетесь. Спасибо большое. У меня просто нет такой возможности. То есть, как бы на задолженность мы как бы деньги достали. Собрать на билет мне просто нужна помощь. Дэни, билет до Москвы. Поэтому я обращаюсь к своим подписчикам.
Многие из вас спрашивали, чем можно помочь, чем посодействовать. Вот возникла такая ситуация. Дыне нужна... Я хочу Дыне отправить в Москву, потому что уже все, он... Ну, у него уже все, наступил как бы край, он уже не хочет, он хочет уже уехать. Я изначально думала, что сразу его отправить как бы в Америку по достижении 17 лет, но я понимаю, чтобы просто ему не терять здесь полгода лишний, лучше бы его отправить к родственникам в Москву. Поэтому, если есть такая возможность посодействовать в этом вопросе, буду очень благодарна. Ко мне. Набегался? Полетит Дэнни один. Вот, в Москве его, соответственно, встретит. Я останусь здесь, доделаю свои дела. Вот, ну, а там уже, соответственно, когда он уже будет в Москве, соответственно, уже будет проще мне. Уже я смогу заниматься, уже не переключаясь как бы на Дыне. Дыне там будет нормально. Здесь я смогу продолжить дальнейшие свои дела, то есть оформление малек паспорт. Сначала первое вот это дело судебное по поводу определения опеки над ребенком. Второе – паспорт. И третье – попытка выезда нам из Египта. А то, что я говорила по поводу Хургады, ну, в связи с последними как бы, событиями, что произошли вот, по поводу девушки, которая уехала в Хургаду, вся вот эта ситуация, которая там с ней происходила, у меня как-то поменялось решение по поводу поездки в Хургаду. Вот. Ничем это не отличается от Александрии, только еще хлеще, больше всякой вот ерунды происходит. Поэтому будем пытаться выезжать прямо отсюда. Вот, у меня просто не хватает возможности финансовой вывести, конечно, его отсюда. Из-за того, что образовалась задолженность по визе 7 тысяч, я просто не смогу собрать такие деньги. Вот поэтому у меня вся надежда на вас. И? Миша, вахдабас, не мешай за деньги. Все, сейчас покупаем собачки. Флюса. Малик, дай ему деньги. Деньги дай ему. Купили вот йогурт. У тебя своя еда дома, иди.